Все мы помним, как в День учителя спешили поздравить букетом цветов классного руководителя и любимого предметника, а в ответ получали душевные объятия и искреннюю улыбку. Но праздник этот завтра отметят не только школьные педагоги. Без внимания не стоит оставлять воспитателей детских садов и вузовских преподавателей. Мы узнали у горожан, кому бы они хотели сказать слова благодарности в этот замечательный праздник. В начальной школе, да, у меня был хороший педагог, который всегда помогал, поддерживал. Я сам преподаватель, доцент кафедры уголовного права Кубанского государственного аграрного университета. И всегда с благодарностью вспоминаю тех учителей, которые в свое время, послевоенное, тяжелое время, меня воспитывали и учили. Мой классный руководитель Мелехова Светлана Васильевна, она отличный преподаватель русского языка и литературы, привила нам любовь к чтению, к русской литературе. Бабушка есть, мама есть, дедушка есть. Это все педагоги немецкого языка, немецкого, потом английского языка. Они меня заставляют учиться, мотивируют меня. Абсолютно всем благодарна, потому что благодаря ним много чего узнала. И все, кто был в моей жизни, очень хорошие. Кстати, завтра у нас есть хороший повод позвонить и поздравить своих учителей или же наведаться в школу, чтобы поговорить по душам с бывшим педагогом за чашечкой чая.